А говорил, «Прежде, когда мы собирались друг к другу и беседовали о пользе душевной, укрепляя друг друга, мы уподоблялись тройным полкам и восходили на небо. Ныне, когда собираемся, чтобы злословить друг друга, мы не сходим во ад». Блаженный Феофилакт Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Матфея. Глава 20. Стихи 1-7. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой». Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно, и им сказал: Идите и вы, в виноградник мой, и что следовать будет дам вам? Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Иисус есть Царство Небесное, и Он подобен человеку, ибо принял и образ наш. Он есть и домовладыка, ибо владычествует над домом, то есть над церковью. Сей-то домовладыка Христос, выйдя из недрочих, и нанимает делателей в виноградник, то есть для исполнения заповедей и исследований Писаний. Каждого из нас Он нанимает для возделывания виноградника, то есть своей собственной души. Но одного нанимает утром, то есть в юном возрасте, другого в третьем часу, то есть около двадцати лет, иных в шестом и девятом часу то есть лет 30 от роду, и вообще в мужеском возрасте. А в едино на десятом часу старцев, ибо многие в старости у получили спасение. Или иначе, день означает настоящий век, в котором, как во дни, мы совершаем дела. Господь призвал в первом часу дня Эноха его современников Иноя, в третьем Авраама, в шестом – Моисея и живущих в его время, в девятом – пророков, а в одиннадцатом, то есть под конец веков, нас, язычников, не сделавших ни единого доброго дела. Так как язычников никто не нанимал, ибо к ним не было послано ни одного пророка. Стихи 8-16. «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома, и говорили: Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягой с дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарии ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых» а мало избранных. Вечер есть кончина века. При кончине все получают по динарию, то есть благодать Святого Духа, которая обновляет человека по образу и соделывает его причастником божеского естества. Более потрудились живущие до пришествия Христова, ибо тогда смерть еще не была разрушена, дьявол не был сокрушен и грех еще был жив. А мы, по благодати Христовой, оправданные крещением, получаем силу побеждать своего врага уже наперед незложенного и умерщленного Христом. По первому толкованию, те, которые в юности уверовали и последовали Христу, понесли более труда, чем обратившиеся в старости, ибо юноши в борьбе со страстями испытывают тяжести от собственных движений, гнева и чувственного вожделения, а старые остаются спокойными, однако же все удостаиваются одного дара Святого Духа. Эта притча научает нас, что если кто и в старости покается, то сподобится Царство Небесного, ибо старость и есть едино на десятый час. Не будут ли завидовать святые, получившим с ними равную благодать? Нет, отсюда видно только то, что праведникам уготованы столь многие и столь неизреченные блага, что они могли бы возбудить и зависть. Но что значат слова «судящие обимана десятиколенома Израилевома»? То, что они осудят их. Апостолы не будут сидеть как судьи. Но в каком смысле сказал Господь о царице Южской, что она осудит род тот, и о неневитянах, что они осудят их, в том же говорит и о апостолах. Потому и не сказал, судящий языком и вселенной, но коленом Израилевым. Иудеи были воспитаны в тех же самых законах, и по тем же обычаям и вели такой же образ жизни, как и апостолы. Поэтому, когда они в свое оправдание скажут, что мы не могли уверовать во Христа, потому что закон воспрещал нам принимать заповеди Его, то Господь, указав им на апостолов, имевших один с ними закон, и однако же уверовавших, всех их осудит как о том и раньше сказал. «Сего ради тии будут вам судьи» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 27. Что же скажешь ты великого в его обещаниях, если апостолы будут иметь то же, что имеют ниневитяне и царица Южская? Но он еще прежде обещал им много других наград и после обещает. Не в этом одном только их награда. Впрочем, и в этом обещании заключается нечто большее пред тем, что сказано о неневитянах и царице Южской. О а последних Господь сказал просто «Мужи неневити восстанут и осудят род сей, и царица Южская осудит». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 42. А о апостолах не говорит так просто. Но как, говорит, «Егда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, тогда и вы сядете на двоюнадесяти престолу, показывая этим, что и они вместе с Ним будут царствовать и участвовать в той славе». «Аще терпим, — говорит апостол, — с Ним и воцаримся» — второе послание к Тимофею, глава 2 стих 12. Престолы не означают седалища, так как Он один есть сидящий и судящий, но ими означается неизреченная слава и честь. Итак, апостолам обещал Господь эту награду, а всем прочим живот вечный и старичную мзду здесь. Но если все прочие то тем более апостолы должны получить возмездие и там, и в здешнем веке. Так и сбылось. Оставив уду и сети, они имели во власти своей имущество всех людей, их домы, поля и даже самые тела верующих. Многие готовы были даже умереть за них, как свидетельствует о том Павел, говоря Аще бы было мощно, а часа бы ваши извертевши дали бы с теми. Послание к Галатам, глава 4 стих 15. Далее, словами всяк и же оставит жену. Господь не внушает того, чтобы без причины были расторгаемы браки. Но, как говоря о душе, что погубивый душу свою мине ради обрящит ю, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39, говорил это не для того, чтобы мы убивали самих себя и тотчас разлучали душу с телом, но для того, чтобы предпочитали всему благочестие. Так и здесь того же требует он, повелевая оставить жену и братьев. Мне кажется также, что он говорит здесь еще и о гонениях. В то время, Многие отцы детей своих и жены мужей своих привлекали к нечестию. Итак, когда они от вас требуют этого, говорит Господь, оставьте и жену, и отца, о чем и Павел говорит, ащели неверный отлучается да разлучится. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 15. Возвысив таким образом апостолов, и утвердив их в надежде награды, определенной и им самим и всей Вселенной, Господь присоединил ⁇ Мнози будут первые-последние и последние-первые ⁇ Евангелие от Матфея глава 19 стих 30. Слов этих нельзя ограничивать некоторыми только лицами. Они относятся ко многим и другим. Впрочем, в них говорится и о верующих, и о непокорных фарисеях, как и прежде о них же говорил Господь, что мнози от восток и запад приидут и возлягут с Авраамом, и Исааком, и Иаковом, сынове же царствия, изгнани будут вон. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 11 и 12. Потом Господь предлагает и притчу, чтобы побудить к большей ревности тех, которые обратились к нему после других. «Подобно есть, — говорит он, — царствие небесное, человеку домовиту, и же изыди купно утро наяти делатели в виноград свой. И, совещав с ними по пенезю на день, посла их в виноград. И в третий час...» Видя ины, стоящие праздны, и тем рече. Идите и вы в виноград, и еже будет праведно, дам вам. И в шестый, и в девятый час сотвори так же. Во единой же на десять час Видя другие, стоящие праздны, и глаголы им, Что здесь стоите весь день праздны? Они же глаголыши ему, никто же нас наят глагола им «идите и вы в виноград мой, и еже будет праведно приимите». Вечер уже бывшую глагола господин винограда к приставнику своему. «Призови делатели, и дашь им мзду, начен от последних до первых». И пришедши иже в единый на десять час, прияша по пенезю. И первые мняху больше прияти, и прияша идти и тии по пенезю, и приемша раптаху на господина, глаголюще «Сии последние един час сотвориша, и равных нам сотворил их еси понесшим тяготу дне и вар». Он же, отвещав единому их рече, «Друже, не обижу тебе, не по пенезю ли совещал еси со мною?» возьми твое и иди. Хочу же и сему последнему дать и якоже и тебе. Или несть милеть сотворите еже хочу во своих ми. А ще око твое лукаво есть, яко аз благ есм. Тако будут последние первые и первые последние. Мнози суть звани, мало же избранных. Евангелие от Матфея глава 20 стихи с 1 по 16. Что значит эта притча? Сказанное в начале не согласна с тем, что говорится в конце ее, но открывает совершенно противное. В ней Господь показывает, что все люди получают равные награды, а не говорит того, что одни изгоняются, а другие вводятся. Но прежде этой притчи и после нее, говорил противное, будут первые-последние и последние-первые. То есть последние будут выше и самых первых, которые уже не будут первыми, но сделаются последними. А что таков действительно смысл этого изречения, это видно из присоединенных к нему слов мнозибо суть званий мало же избранных, которыми Господь вместе и первых укоряет, и последних утешает и ободряет. Но притча не то говорит. В ней говорится только, что последние равны будут мужам уже испытанным и много трудившимся. Равных бо нам, говорится в ней, их сотворил Еси, понесшим тяготу дне и вар, Итак, что же значит эта притча? Нужно прежде объяснить ее, и тогда мы разрешим указанное противоречие. Виноградом называются в ней повеления и заповеди Божии, временем делания — настоящая жизнь, а делателями — те, которые различным образом призываются к исполнению заповедей Божиих утро же, третий, шестой, девятый и одиннадцатый час означают различные возрасты пришедших и получивших одобрение за труды свои. Но главное дело состоит в том, те первые, которые столько прославились и угодили Богу и весь день с особенной ревностью провели в трудах, не заражены ли сильнейшую страстью злобы, завистью и недоброжелательством? Видя, что и пришедшие после них получили такую же награду, они говорили «Сии последние един час сотвориша, и равных их нам сотворил еси понесшим тяготу дне и вар». Так они, не потерпев никакого убытка, и, получив сполна свою награду, досадовали и негодовали на то, что другие пользуются благами, а это происходило от зависти и недоброжелательства. Но что всего важнее, сам домовладыка, защищая тех и оправдывая свой поступок пред человеком, говорившим ему, обвиняет его в злобе и крайней зависти, говоря, «Не по пенезю ли совещал еси со мною? Возьми твое и иди. Хочу же последнему дать, яко же и тебе. Аще око твое лукаво есть, яко аз благ есмь. Итак, чему научают нас такие притчи? не в этой только, но и в других притчах тоже можно видеть. Так, например, и добрый сын впал в такую же душевную болезнь, когда увидел, что блудный брат его удостоился великой чести и даже большей, нежели он. Как последним делателям винограда большая честь была оказана тем, что они первые получили награду, так и блудному сыну обилием даров сделано было предпочтение, о чем свидетельствует сам добрый сын. Что же следует сказать? То, что в Царстве Небесном нет ни одного человека, который бы производил такие споры и жалобы и быть не может потому что там нет места ни зависти, ни недоброжелательству. Если святые и в настоящей жизни полагают души свои за грешников, то видя их там, наслаждающихся уготованными благами, они тем более радуются и почитают это собственным блаженством. Итак, для чего Господь в таком образе предложил слово свое? Это притча. А в притчах... Не нужно изъяснять все по буквальному смыслу, но узнавши цель, для которой она сказана, обращать это в свою пользу и более ничего не испытывать. Для чего же так изображена эта притча и какая цель ее? Та, чтобы соделать ревностнейшими людей, которые в глубокой старости переменяют образ жизни и становятся лучшими, и чтобы освободить их от того мнения, будто они ниже других в Царстве Небесном. Потому-то Господь и представляет, что другие с огорчением смотрят на их благо не для того, чтобы показать, будто они истаивают от зависти и терзаются, нет, но чтобы уверить, что и поздно обратившиеся удостоятся такой чести, которая может породить в других зависть. Так часто делаем и мы сами, говоря, ⁇ Он меня обвиняет за то, что я тебя удостоил такой чести ⁇ И говорим так не потому, чтобы в самом деле кто-либо обвинял нас, или чтобы нам хотелось оклеветать кого но чтобы показать этим величие дара, коего другой удостоился. Но почему он не всех вдруг нанял? Насколько мог всех? А что не все вдруг его послушались, это зависело от воли званных. Поэтому он одних утром, других в третьем, Иных в шестом, иных в девятом часу призывает, а некоторых даже в одиннадцатом, смотря по тому, когда кто готов был повиноваться ему. Это объясняет и Павел, говоря, «Егда же благоволи избрав имя от чрева матери моей я» Послание к Галатам, глава первая, стих пятнадцатый. Но когда благоволил? Тогда, когда он готов был повиноваться. Сам Бог хотел этого от начала, но так как Павел не послушал бы его, то он тогда благоволил призвать его, когда последний и сам готов был покориться ему. Так призвал он и разбойника, мог и прежде призвать его, но тогда он не послушал бы его. Если Павел не послушал бы его сначала, то тем более разбойник. Что же касается до слов делателей «никто же нас наяд», то уже я сказал общую мысль, что не на все в притчах должно обращать внимание. А здесь это не нужно и потому, что говорящим представляется не сам домовладыка, но трудившиеся. Он же не обличает их для того, чтобы не привести их в сомнение, но привлечь к себе. А что он звал всех, кого мог в первом часу, это видно и из самой притчи, где сказано, что он с утра вышел нанять. И так из всего видно, что притча эта сказана как для тех, которые в первом возрасте жизни своей, так и для тех, которые в старости и позже начали жить добродетельно. Для первых, чтобы они не возносились, и не упрекали тех, кто пришел в одиннадцатый час, для последних, чтобы они познали, что и в короткое время можно все приобрести. Так как раньше Господь говорил о великой ревности, об оставлении имений и о пренебрежении всего находящегося на земле, а для этого потребно великое мужество и юношеская ревность, то чтобы возжечь в слушателях пламень любви и волю соделать твердую, он показывает, что и после пришедшие могут получить награду за целый день. Этого, впрочем, он не говорит, чтобы они опять не возгордились, но показывает, что все зависит от его человеколюбия, по которому и они не будут отвергнуты, но будут удостоены вместе с другими – неизреченных благ. И это-то составляет главную цель настоящей притчи. Если далее он присовокупляет тако будут последние первые и первые и последние, мнози бо суть звани мало же избранных, то не удивляйся этому. Это он высказывает не как заключение, выведенное из притчи, а утверждает лишь то, что как сбылось одно, так сбудется и другое. Здесь первые не сделались последними, но все получили одну награду сверх всякой надежды и ожидания. Но как здесь сверхчаяние и надежды сбылось то, что последние сравнялись с первыми, так сбудется и еще большее и удивительнейшее. То есть, что последние окажутся впереди первых, а первые останутся за ними. Итак, одно выражает притча, другое — послесловие. Кажется мне, что он указывает здесь на иудеев и на тех из верных, которые, просияв сначала добродетелью, после нее вознеродели и опять обратились к пороку равно как и на тех, которые, удалившись от беззакония, многих превзошли добродетелями. И действительно, мы видим, что такие перемены случаются и в вере, и в образе жизни. Потому, умоляю вас, будем прилагать великое старание о том, чтобы нам пребывать и в правой вере, и вести жизнь добродетельную. Ежели мы с верою не соединим достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанию. Это подтвердил блаженный Павел опытом древних времен, когда он, говоря о израильтянах, что все тожди брашно духовная едоша и все тожди пиво духовная пиша» Первое послание к Коринфянам, глава 10, стихи 3 и 4, присоединяет далее, что они не спаслись. «Поражение Бобыша в пустыне» — первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 5. И сам Христос в Евангелии подтвердил то же, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, осуждены будут на казнь. Да и все притчи его, как то притча о девах, о неводе, о тернии, о древе, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. О догматах Господь редко рассуждает, так как верить им нетрудно, но о жизни добродетельной очень часто, или лучше сказать, всегда, так как на поприще ее предстоит всегдашняя брань, а потому и труд. И что я говорю о совершенном пренебрежении добродетели? Даже неродение о а малейшей части ее подвергает великим бедствиям. Так небрежение о подаянии милостыни ввергает небрегущего о том в гиенну, хотя это не вся добродетель, а только часть ее. И однако девы за то, что не имели этой добродетели, были наказаны, и богач за то же страдал в пламени и все те, которые не напитали алчущего, осуждаются с дьяволом. Равным образом и не укорять других есть малейшая часть добродетели, однако же, кто ее не исполняет, тот изгнан будет из царствия. Реки ибо брату своему, говорит Писание, уроде, повинен есть гиенни огненней. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. И целомудрие опять есть часть добродетели, но без нее никто не увидит Господа. Писание говорит «Мир имейте и святыню со всеми, их же кроме никто же узрит Господа». Послание к евреям, глава 12, стих 14. Смиренно мудрее есть также часть добродетеля. Но если бы кто другие добродетели исполнил, а это и не соблюл, тот нечист пред Богом. Это показывает пример фарисея, который был украшен многими добродетелями, но гордостью погубил все. Я еще гораздо более скажу: не только пренебрежение одной какой-либо добродетели заключает для нас небо, но хотя бы мы и исполнили ее но не с должным тщанием и ревностью, и это производит такие же следствия. «Аще не избудет правда ваша, говорит Христос, пачекнижник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. «Потому, если ты и милостыню подаешь, но не более той, какую они подавали, что не внидишь в царстве. Как же великую милостыню, спросит кто-либо, они подавали? Я и сам хочу говорить теперь об этом для того, чтобы не дающих милостыни побудить к подаянию ее, а дающих предохранить от высокомерия и заставить подавать еще более. Итак, что фарисеи давали? Они давали десятину от всего имущества, и еще другую десятину, и сверх того еще третью, так что отдавали почти третью часть своего имения, ведь три десятины и составляют почти третью часть всего имения. Сверх того они приносили еще начатки первородных животных и много других жертв, каковы, например, жертвы о грехе, о очищении, жертвы, совершаемые на праздниках, во время юбилея, при оставлении долгов, при отпущении рабов и при займах без роста. Если же дающий третью часть имений своих, или лучше половину, эти приношения, взятые вместе с десятинами, и составляют половину. Если, говорю, дающий половину не делает ничего великого, то чего будет достоин тот, кто не подает, и десятины – Справедливо поэтому сказал Господь, что немногие спасутся. Глава 21. Стихи 12-13. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется» а вы сделали его вертепом разбойников. Как владыка дома, то есть храма, он выгнал из него торгующих, показываясь им, что все принадлежащее отцу принадлежит и ему. Сделал он это и потому, что имел попечение о благолепии храма и хотел показать отменение жертв, изгнав волов и голубей. Он этим предсказал, что нет более нужды в жертвоприношении или заклании животных, но нужна молитва. «Домой, — и говорит он, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников» ибо в вертепах разбойничьих совершаются убийства и кровопролитие. Или он назвал храм вертепом разбойников, потому что в нем были корчемники, продающие и покупающие, так как любостяжательность есть страсть разбойническая. Торжники – то же, что у нас меняльщики, а названы так от слова, означающего рот малой монеты, каков, например, овол или сребреник – «Ныне продают голубей те, которые продают саны церковные, ибо они продают благодать Духа, который есть голубь. За это и продающие, и покупающие изгоняются из высшего и из низшего храма, как недостойные священства. Смотри ты, чтобы храм Божий, то есть свое сердце, не сделать вертепом разбойников, то есть жилищем демонов» оно сделается вертепом. Если мы будем иметь помыслы о продаже и купли, если будем сребролюбивы до такой степени, что будем заботиться и о самой малой монете. Мы сами себя обратим в вертеп разбойников, если будем продавать и терять голубей, то есть не сохраним в себе даров духовных. Стих 14 и приступили к нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Исцелением больных показывает, что Он хорошо сделал, выгнав Своей властью из храма недостойных. Открывается отсюда и то, что по изгнании иудеев, привязанных к закону и закланию животных, приемлются слепые и хромые из язычников и исцеляются им. Стихи 15 16 видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих Санна, сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да». «Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Фарисеи, видя детей, словословящих Христа Давидовой песню, которую пророк, по-видимому, относит к Богу, разрываются от зависти и негодуют на Христа за то, что он позволяет о себе говорить то, что относится к Богу. А он, вполне одобряет, говорит, «И ей и я не только не запрещаю им говорить это обо мне, но даже привожу пророка во свидетели и обнаруживаю ваши незнания и зависть». Ибо разве вы не читали и не разумели слов пророческих? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Псалом 8, стих 3. Устроил, значит, воздал полную и совершенную хвалу. Хотя они, дети, по возрасту и считаются несовершенными, но они не от собственного ума говорили то, что говорили, а устами их изрекал Дух Святый, Поэтому и говорит он из уст младенцев, показывая, что слова не от их ума происходили, но уста их были движимы божественной благодатью. Означало с этим и то, что Христа будут словословить младенцы и неразумные, то есть язычники. Заключалось всем и то утешение для апостолов, что и им дано будет слово, хотя они были не ученые. И ты, если будешь не злобив и будешь подобно младенцу сосать духовное млеко, божественные слова, то удостоишься воспевать Богу песнь победную. Стих 17. «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Господь удаляется от них, как от недостойных, и приходит в Вифанию, что означает «дом послушания», и таким образом переходит от непокорных к послушным ему и выдворяется у них, ибо сказано «вселюсь в них и буду ходить в них». Стихи 18-20. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Господь часто совершал чудеса и всегда на пользу всем, а ни одного чуда не сделал в наказании. Чтобы кто-нибудь не подумал, что он не может наказывать, он показывает здесь и эту силу, Впрочем, не на людях, но по человеколюбию своему на дереве, подобно как прежде всего на стаде свиней. Он иссушает дерево, чтобы вразумить иудеев. Ученики удивляются, и справедливо. Это дерево гораздо сочнее других деревьев, и поэтому было особенно дивно то, что оно так скоро засохло. Смоковница означает синагогу иудейскую, которая имеет одни только листья, то есть видимую букву, но не имеет плода духовного. И всякий человек, предающийся удовольствием настоящей жизни, подобен смоковнице. Он не имеет плода духовного для алчущего Иисуса, а одни только листья, то есть временный и приходящий призрак мира сего. И он будет проклят, ибо сказано, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». И он и сохнет ибо как будет мучиться в огне, в него засохнет язык, как у известного богача. И в ниде Иисус в церковь Божию, и изгнав вся продающая и купующая в церкви, и трапезы торжником спроверже и седалище продающих голуби и глагола им. Писано есть, храм мой, храм молитвы наречется. Вы же сотвористи и верте прозбойникам. Глава 21, стихи 12 и 13. Первое. Об этом говорит и Иоанн, только говорит в начале Евангелия, а Матфей в конце. Поэтому вероятно, что так случилось два раза, и при том в разное время. Это видно и из обстоятельств времени, и из ответа иудеев Иисусу. У Иоанна говорится, что это случилось в самый праздник Пасхи, а у Матфея – задолго до Пасхи. Там говорят иудеи «Кое знамение являешь и нам», Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 18, а здесь молчат, хотя Христос и укорил их. Молчат, потому что все уже дивились Ему. Тем большего достойное обвинение иудеи, что Христос не один раз делал это, а они все еще не переставали торговать в храме и называли Христа противником Божиим, тогда как и отсюда должны были видеть честь, воздаваемую им Отцу, и собственное Его могущество. Они видели, как Он и чудеса творил, и как слова Его согласны с делами Его, но они не убеждались и этим, а негодовали, Несмотря и на то, что слышали пророка, говорящего об этом, и отроков не по своим, прославлявших Иисуса. Потому он, обличая их, приводит слова пророка Исаии «Дом бо мой, дом молитвы наречется». Книга пророка Исаии, глава 56, стих 7. И не этим только показывает Христос свою власть, но и тем, что исцеляет различные болезни. Приступиша, говорится, к нему храмии и слепи, и исцели их. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 14. И здесь он являет свою силу и могущество. Но иудеи не трогались и этим, но, видя и последние чудеса его и слыша отроков, прославляющих его, сильно негодовали, и говорили ему, «Слышишь ли, что сии глаголют?» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. Христу лучше бы надлежало сказать им, «Слышите ли, что сии глаголют?» Ведь отроки воспевали его как Бога. Что же Христос? Так как иудеи противоречили столь очевидным знамени, то Христос, чтобы сильнее обличить их и вместе исправить, говорит «не стеличли». Из уст младенец, из сущих совершил еси хвалу. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. И хорошо он сказал из уст, так как слова их происходили не от разума их, но его же сила двигала несовершенным еще языком их. Это изображало также и язычников, которые прежде немоцствовали, но потом вдруг начинали вещать великие истины, убедительные с верою, и вместе немало утешало и апостолов. Именно чтобы апостолы не сомневались, как они — будучи людьми простыми и необразованными, могут проповедовать народам, отроки наперед истребили в них всякое беспокойство и внушили им твердую надежду, что тот, кто научил отроков прославить Господа, сделает и их красноречивыми. Это чудо показывало также, что Он есть Господь природы. Дети, еще не достигшие зрелого возраста, вещали великое и достойное небо. А мужи говорили слова, исполненные всякого безумия. Такова-то злоба. И так по елику много было причин, от которых раздражались иудеи, например, толпы народа, изгнание из храма торгующих, чудеса, пение отроков, то Христос опять оставляет их, чтобы утешить их гнев, и не хочет предлагать им своего учения, чтобы они, с недаемой завистью, не пришли еще в большее негодование от его слов. «Утру же, возвращайся в оград в залка. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 18. Почему же он алчит утром? Уступая требованиям плоти, он этим показывал немощь ее. И узрев смоковницу на пути, прииди к ней и ничто же обрети, то к молитве едино. Евангелие от Матфея глава 21 стих 19. Другой евангелист говорит, не у Бобе время. Евангелие от Марка глава 11 стих 13. Если же не пришло еще время собирания смокв, то как же этот другой евангелист говорит «прииди, а уба обрящет плод на ней» Евангелие от Марка, глава 11, стих 13. Очевидно, это сказано евангелистам потому, что так думали ученики, которые еще не были совершенными. Евангелисты часто излагают мысли учеников. И не только это думали ученики, но и то, что смоковница проклята, потому что на ней нет плодов. Итак, для чего же смоковница проклята? Ради учеников. Именно чтобы их ободрить. Так как Христос всегда благодетельствовал и никого не наказывал. Между тем надлежало ему показать и опыт своего правосудия и отмщения, чтобы и ученики, и иудеи узнали, что он, хотя и мог иссушить, подобно смоковнице своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их, то он и не захотел показать этого над людьми, но явил опыт своего правосудия над растением. Итак, когда подобное случается или с какими-либо местами, или с растениями, или с бессловесными животными, то не любопытствуй. Не говори, если еще не наступило время собирания плодов с смоковницы, то правосудна ли она иссушена. Такие слова крайне безрассудны лучше взирай на чудо и дивись, и прославляй чудодействующего. Так многие и судят о потоплении свиней, отыскивая здесь причину правосудия, но и в этом случае не должно их слушать. Как растения бездушны, так и животные без разума. Итак, почему дан такой вид делу и почему это именно причина проклятия. Это, как я уже и прежде сказал, описано евангелистом так, как думали ученики. Если же не настало еще время собирания плодов, то напрасно некоторые говорят, будто под смоковницею изображается закон. Плодом закона была вера, и этот плод закон уже принес и время собирать этот плод тогда уже наступило. Нивы, сказано, яко плавы суть к жатве уже. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 35. И аз послах вы жате, и де же вы не трудистеся. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 38. Итак, здесь не указывается на закон, но, как я уже сказал, Христос, проклиная смоковницу, представляет этим доказательство своей силы и власти к отмщению. И это видно именно из слов «неубобе время». Слова эти показывают, что Христос подошел к смоковнице с особым намерением не для того, чтобы утолить голод, но ради учеников которые весьма удивились тому, что смоковница засохла. Хотя много было чудес и важнее этого, но для учеников, как я сказал, такое чудо было новым и неожиданным, потому что Христос в первый еще раз показал свое правосудие и отмщение. Поэтому Господь сотворил чудо не над другим каким-либо деревом, но над смоковницею, деревом, которое сочнее всех. Так что чудо показалось от этого еще более необыкновенным. Но чтобы ты знал, что это сделано ради учеников, именно для ободрения их, выслушай следующие слова. Что Христос говорит? вы и большие чудеса сделаете, если будете иметь веру, соединенную с молитвою и упованием. Видишь ли, что все для учеников было сделано, чтобы они не страшились и не трепетали вражеских козней. Потому и в другой раз повторяет то же, чтобы утвердить их в вере и молитве. «Не только это сделаете, — говорит он, но силою веры и молитвы и горы будете переставлять и творить другие, еще большие чудеса.